Может, проедешь немножко, сядешь? Ма. Сядешь аккуратненько. Не знаю, ты же аккуратно что же ездишь, чего ты? На прекрасно тебя была бы неплохая эта дорога, между прочим. Седа эль пасо. Slow then pass. Так это ремень же один. Же тебя не это. Застегни, чтобы тебя не хватало. Ты же без. Застегни себя и все. Это просто кошелочка большая, тебя тягает по всему заду. Ты бы сидела бы нормально, но у тебя такой сэк огромный, что он тебя тягает по всему. Ну я же снимаю, ну ёпарасы. Да не бойся, ничего страшного. Ну так скажи. Или это для family? Ну а для кого? Ты же не будешь кому-то показывать это еще. Сами посмотрели и все. А что без комментариев? Кому без так комментариев? Мама там всегда же выставляет что-то. Не, я приличное выставляю без ваших дурацких комментариев. Тебя пусть тягает по всей машине, конечно. Может, у тебя не ты хочешь им как бы управлять, но у тебя же не управляем. Какой-то добрый. Вот это ж кофе плантация, вот это кофе растет. Какой ты добрый, какой ты хороший, Мария. Даня, это мы сколько сейчас едем времени? Где-то час 15 уже. There's a hole. Все нормально. No, I know. Я думаю, что они такие deep. Или может я думаю, что у меня такие колеса, so every time I hit something. А, так вот butterfly shop, gift shop. О, вот он, gift shop. Oh, we're literally going the same way. Так это та же дорога, я же говорю, что просто уже все то же самое. Блин, надо было остановиться там. Yeah, that's fine. Хотите, я могу. Да ладно, да ладно, keep going, keep going. Я могу вот развернуться. Да нет. Как же это так получилось, что мы едем по той же дороге, да? Мост, все то же самое. Yeah, it has to be the same routes. Да? В обратную сторону. Хотите, я могу... Ну все уже. Ты даже кофе, правильно? Или что это такое? Плантация. Да, получается в этом Мануэль Антонио там нету cooking oil. То есть надо все покупать, да? Да, надо купить там. Мы вообще могли и в этом взять хате оттуда. В этой хате? Не, ну нет. Мы могли перелить. Да, господи, маленький размерчик там купим. Самый маленький. Да, там нету cooking oil, а salt, butter. Там вообще ничего нету, да. Где? Ну, в этом. Куда мы едем? Ну, да. Чего? Ну, куда я знаю, чего. Блин, ну как-то интересно, что мы по этой же дороге. Что, мост вот этот был? Я же говорю, когда мы ехали,